Эй, вы не могли бы подбросить меня до церкви в деловом районе? Ладно, ладно. Остановитесь здесь, возле лестницы. Спасибо, вот вам за проезд. Вы свободны. Мне нужно в больницу, Юан. Нет проблем. Я уже начинаю волноваться. Вам не страшно, правда? Вот вам за проезд. Мне повезло, что вы здесь. Мне нужно доехать до театра на Центральном острове. Езжайте через мост Джулиана, так быстрее. Как будет угодно. Thank you.
нарушили закон, я вынужден взять с вас штраф. Ладно, командир, вот бабки. Надеюсь, этого больше не повторится. Здесь. Высадите меня там, на углу. Вот, держите деньги. До свидания. Добрый день. Отвезите меня в Хобокен, бар Помпеи. Конечно, садитесь. Едем слишком быстро. Вам не страшно, правда? Убавьте скорость. Нет проблем. Нормально едем. Вам не кажется, что мы едем слишком быстро? Хватит дергаться. Я знаю, что делаю. Вам не страшно, правда? Мы на месте. Пожалуйста, высадите меня у входа. Держите. Оставьте сдачу. Мне нужно к автостоянке возле универсального магазина в маленькой Италии. Довезете? Нет проблем. Садитесь в машину. Поедем через мост Джулиано, а потом в тоннель. Это самая короткая дорога. По мосту Джулиано. Вы что, не знаете, где он находится? Нельзя ли ехать немного помедленнее? Бойтесь, доедем нормально. Вам не кажется, что мы едем слишком быстро? Хватит дергаться. Я знаю, что делать. Парьте хоть немного скорость. Бойтесь, доедем нормально. Вам не кажется, что мы едем слишком быстро? Хватит дергаться.
Прибавьте хоть немного скорость. Нет проблем, нормально едем. Нельзя ли ехать немного помедленнее? Бойтесь, доедем нормально. Стойте, я с вами дальше не поеду. Держите, оставьте сдачу. Мне нужно к автостоянке возле универсального магазина в маленькой Италии. Довезете? Нет проблем, садитесь в машину. Поедем через мост Джулиано, а потом в тоннель. Это самая короткая дорога. Чуть не убили нас. Простите. Вам не кажется, что мы едем слишком быстро? Вам не страшно, правда? Вы на месте, высадите меня здесь. Этого должно хватить, возьмите деньги. Надо бы выпить кофе. Крысенок. Мистер Морелло сердит на тебя? Мы хотим преподать тебе небольшой урок, чтобы ты запомнил свое место. Луи подправит тебе портрет. Пришей его! Хватит терять с ним время!
стало ясно, что мне нужно уносить его. Сам я не смог бы справиться с этим. Я сказал себе, что мистеру Сальери самое время показать, как он умеет быть благодарным. Бар Сальери был немного дальше по улице. Увидеть его было бы куда приятнее, чем получить бейсбольный бит по голове. Я думаю, он ждет на следующей улице. Помогите! Раз парни Сальери спасли меня, но я оказался в очень неприятной ситуации. Я расплатился за ремонт машины, но мой босс не хотел иметь дело с теми, кто попадает в неприятности. Это вредит репутации. Когда я увидел, как шикарно одеты ребята Сальери, я подумал, что работать на него не так уж плохо. Кроме того, мне нечего было терять. Морелло охотился за мной, поэтому оставаться таксистом было опасно. И перспектива получать деньги Сальери была не такой уж безрадостной. Как я обычно говорю, лучше помирать молодым и при деньгах. Похоже, что Морелло действительно решил рассердить меня. Однако я разумный человек. Как тебя зовут, сынок? Томас Анджело. Я решил дать тебе шанс, Томми. Мне нравятся новые лица. Мы здесь одна большая семья. Ты уже знаешь Полли и Сэма. А вот Фрэнк — моя правая рука. Он имеет дело с легальной стороной нашего бизнеса. За стойкой стоит Луиджи. Это дело не такое уж простое. Но Луиджи отлично готовит. Полли познакомит тебя с Винченцо и Ральфи. Нас еще много людей. Но пока что ты знаешь достаточно. Теперь слушай внимательно. У нас есть несколько правил. Никогда не переходи дорогу полицейским, мы им платим. И тебя они не тронут. Но если зайти слишком далеко, они придут за тобой. Платим мы им или нет. Если тебя арестуют, ничего не говори, и мы позаботимся о тебе. Я могу отблагодарить тех, кто мне помогает. А из тех, кто предал меня, мало кто выжил. Капишь? Да, мистер Сальери. Я рад. Сегодня я дам тебе возможность рассчитаться с ублюдками, которые испортили твое такси. Проверим тебя. У Морелло есть бар, куда ходят все его гориллы. Все они паркуют свои машины за забором возле бара. Если ты парень, что надо, завтра утром их там уже не будет. Полли пойдет с тобой на всякий случай. Зайди к Винченцо за снаряжением и к Ральфу за машиной. Я не стал бы ему так доверять. Он, похоже, колеблется.
Он принял твое предложение, потому что у него нет выбора. Посмотрим, Фрэнк, посмотрим. Меня больше интересует, что собирается делать Морелло. Неужели он решил начать войну? Винченцо — оружейный эксперт Дона. Они знают друг друга с младенчества. Достанет тебе все, что угодно. От Томми до гаубицы. Винни, он такой. Всегда навещаю его перед работой. Бонжурно, Винченцо. Чао, Поли. Это вот Том. Новенький у нас. Приятно познакомиться, Том. Что я могу сделать для вас? У нас есть одна работенка. Нужно раздолбать несколько машин. Вот вам классический предмет спортивного снаряжения. И на всякий случай есть еще пара коктейлей. Однако с ними поосторожней. Спасибо, Винченцо. Не потеряйте биту, это моего племянника. Заметано. Этот Ральф полный идиот. Но с машинами он управляется мастерски. Как такой придурок может вообще в чем-то разбираться? Ну вот так вот бывает иногда. Как гости. Как делишки, Поли? Здорово, Ральфи. Я вижу, все еще хромаешь. Так что у нас тут теперь двое инвалидов. Зато у меня с мозгами все в порядке. Угу. Ральф, это Том. Если пригонишь ему краденую машину, он сделает ее твоей собственной. И никто не заметит разницы. Ральф, у нас с Томом есть дельце одно. У тебя вроде должна быть для нас тачка. Точно. Вот она. Для гонок она не годится. Но вам подойдет, честное слово. Спасибо, Ральфи. Поехали. Ладно, вот мы и на месте. Не бросайся на амбразуру, лучше найди обход.
Сними охранника по-тихому, не надо привлекать внимание. Круши машины битой, а потом устрой фейерверк. Нарушили закон. Я вынужден взять с вас штраф. Ладно, командир, вот бабки. Надеюсь, этого больше не повторится. Thank you.
Мы вернулись, босс. Чудесно, садитесь. Все прошло хорошо? Босс, он создан для этого. Они и ртов открыть не успели, как остались без колес. А пока они это переваривали, мы смылись. Морелла сейчас кипятком писает, ага. Правда? Я рад это слышать. Томми, мужик, что надо. Что ж, добро пожаловать в семью, Томми. Ты прошел первую проверку. Это честь для меня, так сэр. Что нас можно поздравить с пополнением. Я рад, что он теперь с нами, босс. Видите, он совсем не трус. И справился просто отлично. Отлично, парни. Давайте выпьем. Спасибо. Сегодня вам надо будет заскочить в пару мест, собрать деньги за крышу. Два ресторана и мотель за городом. Билл из мотеля в последний раз припоздал. У него были некоторые проблемы. Так что сегодня он заплатит немного больше. Возможно, ты слышал, что некоторые преступники зарабатывают с помощью угроз. Это определенно не наш случай. Люди, которые нам платят, получают услуги. Услуги, которые они не смогут получить от полиции. В прошлом месяце, например, Сэм и вот Полли решили серьезную проблему с насилием в одном ресторанчике. Теперь владелец уверен, что ничего подобного никогда больше там не случится. Ты будешь за рулем. Полли и Сэм будут собирать дань. Непыльная работа. Зайдите к Ральфи, он даст машину и можете ехать. Окей, босс. Ну а мы с тобой выпьем. Что скажешь, Фрэнк? Прости, Томми, у меня совсем нет времени. Оставь меня в покое, мне нужно все обдумать. Томми, ну я действительно очень занят. Не хочу тебя задерживать. Слушай, Томми, поговорим позже. Привет, Ральф. У нас с парнями есть работа, нужны колеса. Привет. Я разобрался с тем, что ты привез мне в прошлый раз. Это хорошая машина, Том. Там почти 60 лошадей. Разгон до 75 миль в час. 4 скорости и усилитель тормоза. Просто замечательно. Заодно посмотри, как можно украсть эту штучку. Я водил такие, когда был таксистом. Значит, я знаю, как попасть внутрь, Ральфи. Около 40 лошадиных сил идет со скоростью почти 60 миль в час. Ничего особенного, но ездить можно. Открыть ее легко. Возьми эту штучку и воткни вот сюда. Слегка поверни, когда щелкнет, открывай. Это просто как два пальца. Спасибо, Ральф. Привет, Винченцо. Мне нужно оружие. Привет, Том. Думаю, вот это подойдет. Наверное. Я все равно не собирался его использовать. Спасибо. Первым делом в ресторан на Центральном острове.
А теперь в Хобот, в бар Помпеи. Вот он. Тормози, Том. Теперь подышим свежим воздухом. Мы едем в загородный мотель «Кларк». Подожди нас здесь, Том. Мы скоро будем. Ладно. Пошли. Сука! Ублюдки! Том, меня подстрелили! Больно! Боже мой, больно! Передай Сальери, что теперь это наше место! Копишь? Еще раз здесь появишься, будешь выглядеть еще хуже, чем твои друзья! Вытащи Сэма! Они хотят выбить из него информацию, вытащи его оттуда! Тебя надо отвезти к врачу! Это подождет! Достань Сэма! Пыльная работа, мать ее. Выходи!
Вставай, сам, все кончено. Здорово они тебя обработали. Пойдем. Господи! Ничего, ничего, ты будешь в порядке. Доктор тебя соберет, будешь как новенький. Ты же у нас крутой. Вот дерьмо. Ну вот, сейчас я отведу тебя обратно в машину. Все будет в порядке. Не дергайся, говню, я нашпигую тебя свинцом. Давай, только попробуй. Ты не пройдешь мимо меня. Спокойно, братан, только не дергайся. Все в порядке, уходи, нет проблем. Только попробуй. Нет, у него наши бабки, лови его. Если это не пыльная работа, интересно, что будет дальше. Так я и втянулся в это. Только что был обычным таксистом, и вот уже уважаемый мафиоза. Тебя не напрягала необходимость убивать? У многих с этим есть проблемы, знаешь ли. Понимаешь, я не из тех, кто жаждет крови. Не из тех, кому не хватает насилия. И не любитель проблем. Но и совесть меня не мучает. Они нас хотели обхитрить, так что пришлось обхитрить их. Никаких сожалений. Мне было абсолютно наплевать. Судьба других меня не интересовала. Все говорили, что это просто бизнес, и что семья должна держаться вместе. А ведь было время, когда я жил один и нахрен никому не был нужен. Но внезапно все вокруг начали меня уважать. Каждый знает, что ты можешь помочь, но так же легко можешь и уничтожить его. И каждый пытается тебя задобрить. А что насчет полиции? Ты просто так вот взял и ушел с места, где было побоище? У тебя не было с этим проблем? Ты работаешь на полицию. Тебе лучше знать. Ты знаешь, что мафия управляет всем городом. Семья Сальери имеет 25 миллионов баксов в год. В газетах только об этом и пишут. Но никто ничего не замечает. Если хочет остаться в живых. Мы отстегиваем чинушам 6 кусков в месяц. Ваши боссы брали спиртное по оптовым ценам, да еще рубили капусту, когда Сальери и Морелло подкидывали им халтурку. Дело закрыто. За недостатком улик. Копы даже возили для нас грузы с выпивкой. Думаю, ты об этом уже наслышан. Так что насчет двух твоих друзей? Ну, они отделались легче, чем ты думаешь. Сальери держит хорошего дока для своих ребят, и не похоже, чтобы он часто задавал вопросы. Через пару недель они уже были здоровы и снова рассекали по улицам. Единственным, кто беспокоил нас, был Морелло. Он хотел стать большой шишкой, а этого Сальери позволить не мог. Сальери не собирался быть второсортным боссом. Знаешь... Человек становится доном из-за того, что жаждет власти. И его не волнуют никакие законы, кроме собственных. Вот оно как, детектив. Он хочет быть сам по себе.
не зависеть ни от полиции, ни от властей, ни от кого. Вот почему человек становится доном. Сальери и Морелло оба хотели загробастать все. Они продолжали наезды друг на друга. Но оба знали, что если все выйдет из-под контроля, настанет ад. Большая разница между ними была в их методах. Я слышал маленькую историю о Морелло. Мне очень жаль, сэр. Я не... Ты идиот! Понимаешь, что ты наделал? Ты понимаешь, сколько стоит эта машина? Я ехал медленно, мистер Морелло. Не знаю, как... Ты что хочешь сказать? Что я врезался в твою машину? Нет. Сэр, я просто... Я хотел... Нет, сэр. Ни один ублюдок не смеет стоять на моем пути. Сальери все уважали за деловые качества. Каждый знал, что его не нужно бояться, если делаешь то, что должен. Люди знали, что если им что-то нужно, можно прийти к Сальери. Так Сальери заводил друзей. Часто помогал людям с разными проблемами и ожидал того же самого в ответ. Если кто-то переходил дорогу, он нарушал основное правило. И все знали, что за этим последует. Морелло же был просто подлый ублюдок. Он строил свою власть на жестокости. Даже его друзья боялись его. Большинство людей старались просто его избегать.